говорить, как можно любовь к земле родимой. Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня вот будет такая тема. Бесплатный материал для нержавеющего хомута. У всех, опять же, при жизни на своей земле, в частном доме, может потребоваться такой вот хороший нержавеющий хомут. А если еще и материал для него можно частично получить бесплатно, то это вообще как бы большое преимущество. Поэтому я вам хотел рассказать. Вот существуют вот такие вот нержавеющие полосы, их применяют для крепления разного там оборудования, вот и всяких электрокоробов, там монтажных коробов к столбам, вот электростолбам, ну как они, линии опоры электропередач. Вот, например, я когда нахожусь в городе Воронеже, то всегда подбираю вот такие вот выкинутые полосы нержавеющей стали. Они валяются прям под опорами, то есть вот монтажники, электрики, ну там они даже не электрики, а слаботочники, вот кто по разным там работает, ну и иногда и электрики. Вот, на столбах там часто все размещают, и опять же другие, бывает, люди залазят, им что-то мешает, они это отпиливают, скидывают, и, как правило, мало кто из них забирает вот эти полосы. Они, как правило, валяются прямо под вот этими бетонными столбами в крупных городах. Так вот, чтобы сделать хомут, вам достаточно вот будет подобрать несколько таких полос. Вот я вот уже подобрал их изрядное количество. У меня вот они, я их вот так вот, ну, сматываю. И они у меня вот так смотанные в виде бублика лежат. Так они меньше места занимают. Как же сделать хороший нержавеющий хомут? Вы берете... Отрезаете вот от этой полоски, вот от нержавеющую полоску по нужной вам длине. Дальше вам нужно будет еще взять электродрель, кернер, накернить отверстие, где у вас будет барашек. Кернером накерняете отверстие, дальше сверлите сверлом. Просверливаете эту полоску насквозь, также на другом конце. Потом, опять же, вам нужно будет сделать под углом 90 градусов. Для этого вы можете эту полоску, если есть тиски, зажать в тиски и молоточком ее аккуратно отогнуть, вот зажатой в тисках. Если нет там тисков, ну там есть струбцины, то можно взять два кусочка уголка, опять же, вот их вот так вот сложить, прижать струбцинами, и вот эту полоску также прям по уголку загнуть молоточком, вот именно где в ней сверлено отверстие. Потом вы идете там в любой ближайший магазин крепежных изделий, метизов, покупаете, ну, в зависимости от отверстия. Если у вас отверстие там сделано 7 мм, вы покупаете там 6-миллиметровый болт нержавеющий. Сейчас купите нержавеющий болт или винт. Не представляет никакого затруднения. Единственное, что они, конечно, стоят... несколько дороже, чем вот обычные там оцинкованные из обычной стали, но все равно как бы найти их и приобрести не составит никакого труда. И вот, и дальше вы можете там купить или гайку нержавеющую, и опять же у вас этот тогда будет хомут, он будет закручиваться с помощью гаечного ключа или там головки там на трещотке. Но вы можете также купить и барашек. Барашки тоже, они продаются нержавеющие. И обязательно также нержавеющих купить шайбу. Ну, шайбы там где-то не менее двух там вам точно потребуется. То есть на один болт там лучше ставить как бы одну, там две шайбы. То есть по вашим потребностям. Ну, я, как правило, там иногда даже там ставлю и две шайбы, смотря, опять же, какое соединение.
То есть, если вот вы стягиваете вот эти вот две просверленные проушины, то у вас вот будет одна шайба со стороны шляпки болта, а другая шайба, ее можно также поставить с другой, с противоположной стороны, между барашком или гайкой. Вот поэтому на один хомут, по крайней мере, две шайбы будет нужно. Их тоже берите нержавеющие. И таким образом у вас получается очень надежный нержавеющий хомут, который хорошо вам стянет, опять же, там шланг или еще что-то. Очень хорошо стянет, будет крепко держать, и он будет очень долговечный, потому что у него все его элементы, они сделаны из нержавейки. Потому что продаются хомуты нержавеющие, но у них есть один существенный минус, то что как бы само тело-то хомута сделано из нержавейки, однако вот этот вот пластиковый барашек и винт, барашек сделан из пластика, он иногда трескается, очень часто отлетает, вот. А что касается винта, который вот, ну, именно вот вращением которого по часовой стрелке сжимается этот хомут, то там этот винт, он сделан из обычного чермета. В результате ваш этот хомут нержавеющий ничего не делается, а находясь, например, в воде, этот вот сам винт, он быстро выходит из строя, буквально там за полгода, если в воде, и все, потом его уже не отвернуть, или если пытаетесь отвернуть, то он обламывается, там уже у него и всю резьбу съедает за полгода. То есть это вариант вот этим как бы неподходящий из-за того, что вот недоработка китайцев, которые вот эти вот нержавеющие хомуты выпускают. А часто бывает в быту, что требуется, ну вот, взять и куда-то поставить, например, насос. То есть у вас будет, может быть, в воде работать постоянно, или будет периодически находиться в воде. И вам там нужна вот надежность. И именно вот для таких ситуаций я вам рассказал такой метод. Даже если у вас, к примеру, там вы живете не в крупном городе, или у вас там не рядом крупный город, и, ну, трудно найти вот такие вот там валяющиеся под вот этими всеми линиями опоры вот эти отрезки нержавеющей полосы. Вот, ну, может быть, вы где-то там в поселке, или вообще там у нас страна огромная, и вы можете там не иметь доступа вот там вот к крупным городам, то все равно где-то в продаже вы тогда можете тогда купить просто вот такую полоску, а она тоже продается. И вот этой полоски вам, ну, хватит на множество хомутов. То есть вы там будете изготовлять по мере необходимости себе хомуты, и у вас будет еще и запас. Ну вот я с вами вот поделился такой информацией. На канале будет еще множество интересных видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.